Между тем, накануне вечером лоб в лоб столкнулись два автомобиля на трассе Барнаул-Павловск. Пострадали три человека. Как сообщает краевая госавтоинспекция, один из водителей выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение с автомобилем, в котором находился 15-летний ребенок. Машину получили серьезные повреждения. У пострадавших сломаны ребра и все признаки сотрясения мозга. Виновник аварии был найден без сознания. Предположительно, он сел за руль в нетрезвом виде. Сейчас все пострадавшие госпитализированы.